Друзья мои, хочу вам дать понять, что есть важные вещи. При том, что у нас очень много в городе разных мест, куда можно пойти, чтобы получить массаж, терапию, косметологические услуги, разного рода другие очень полезные процедуры. Но я всегда буду говорить это, несмотря на критику со стороны моих коллег, на критику со стороны оппонентов, в какой-то степени единомышленников в моей области оздоровления. Дорогие друзья, массаж, терапии телесные – это все прерогатива близких людей. То есть не стоит перекладывать постоянно, регулярно эту часть интимной, сакральной энергетической гигиены на чужих людей. Я имею в виду и себя, потому что работа с телом, работа с интимными местами тела, работа с энергией, она должна находиться в руках ваших собственных или, по крайней мере, людей, близких вам, которые живут с вами в одной атмосфере. Вы знаете этих людей, вы знаете, какие они, их мысли, их энергетику, что у них руки чистые, побуждения искренние, потому что тогда наступает эффект синергизма. Одна энергия, одна любовь, одно желание помочь накладывается на еще и общность семейную, общность направления, общность единой духовной семейной атмосферы, и эффект исцеления получается намного больше, глубже, пролонгированнее и, конечно же, эффективнее, друзья. Поэтому не перекладывайте свои проблемы, свои желания о том, как бы комфортно получить какую-то услугу на чужих людей. Какие бы они ни были профессора, индусы, китайцы, казахи и какие-то колоритные люди, друзья. Работа с животом, работа с шеей, с головой, с крайне сакральной системой, работа с телом. Я сейчас не беру йогу, это обучение, а работа именно вот эта энергетическая, хотя йога, она тоже энергетическая. Это ваша инвестиция в здоровье. Это то, что вы научаетесь, в данном случае имею в виду у меня, и потом применяете в повседневной, рутинной, обычной, будничной, домашней, семейной, родственной жизни внутри вашего круга. Моя задача – обучить, а ваша задача – помогать супруге, супругу, для того, чтобы кишечник, нервная система постоянно были в здравии, в чистоте, в свежести. И это и есть инвестиции в красоту, здоровье и долголетие, друзья. Я, конечно, вас всех принимаю, я помогаю. Но моя задача не тренировать вас, а дать вам в руки инструмент, как вот эта ручка, с помощью которого вы сами можете делать, пусть не все, но какие-то базовые элементарные вещи для поддержания своего метаболизма, гомеостаза, внешней красоты и работы внутренних органов. Это моя задача и моя миссия. Об этом говорю абсолютно искренне, друзья. Вы сами себе целитель. Спасибо.